Добрый вечер всем здесь присутствующих на этом месте. Мы благодарны Богу за то, что мы имеем возможность от Него, по милости Его великой, которую Он уже явил нам, чтобы нам ходить по Его Слову, которое Он нам завещал. Идите по всему миру и благовествуйте Евангелие. Евангелие заключается в самом Господе, в Его имени. И то, что Он сделал для нас. Мы не можем не говорить о Нем, потому что Он сделал для нас все. Мы не себя проповедуем, не свои способности, не свои таланты, потому что мы ничто. Но вся благодарность и величие тому, который сотворил небеса, который сотворил землю и все, что на них. Бог, Он великий, и пути Его непостижимы, и Он есть любовь. Это Он доказал, когда отдал Сына Своего единственного, единородного, за каждого из нас, чтобы человек имел спасение. И вы, наверное, также слышали про Иисуса Христа. Мы не себя проповедуем, а имя Его, потому что нет имени выше, чем имя Иисуса Христа. На небе, на земле, на всяком месте. Нету имени выше, чем Сына Божьего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он отдал самого Себя за все наши грехи и преступления, за все наши ошибки, за все то, что не дает человеку права войти в жизнь вечную, в Царство Небесное. Но Он пришел и вместо нас, потому что мы должны были получить наказание, Он вместо нас пошел на крест, чтобы искупить нас от грехов. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Его святая кровь пролита, и нам дано прощение. Он искупил нас от всего того, что мешает человеку встретиться с Богом. И теперь Он послал последователей своих, учеников, тех, которых Он призвал. Говорит, идите, расскажите и научите людей правде Божией, о пути спасения, которое открыто, которое отдано Господом, оправдание, которое Бог сделал для каждого человека. Потому что нет праведного ни одного. Если кто-то думает, что он достойнее других, то перед Богом все согрешили и лишены славы Божией. Нет кого-то лучше и нет кого-то хуже. Кто-то достоин, а кто-то недостоин. Это среди людей это происходит. Бог сказал однажды, что все согрешили. Все до одного единые негодные. Но Он по великой любви и милости простил людям грехи, преступления, ошибки, заблуждения, все то, что называется обманом и ложью, все то, что мешало человеку быть с Богом. И Бог первый пришел и примирил с собой мир, не вменяя людям преступления. Он сам, Его никто не искал, но Он сам пришел, и Он сам ищет к спасению каждую душу человека. И когда в свое время Он нас нашел, и когда Он нам открылся и дал нам спасение, и Слово Свое говорит, идите и рассказывайте дальше другим. Рассказывайте об Иисусе. Рассказывайте о великой Его победе над грехом и смертью, над властью сатаны, где Он открыл дверь. Дверь к вечной жизни. Дверь в Царство Небесное. И потому мы сегодня здесь. Потому что мы не могли бы принять на себя что-либо, если бы Он не дал нам. Он дал и сказал, идите. И это самая главная задача в нашей жизни, как раз донести людям о пути спасения, открытой Господом Иисусом, подвигом Его души, страданием на Голгофе, который Он перенес, чтобы вы, услышавши Евангелие и принявши, уверовавши в Его оправдание, в Его спасение, в Его пролитую кровь, которая очищает от грехов и преступлений, и принять то спасение, которое даст вам возможность войти в вечную жизнь и быть в Его Царстве, и быть Его детьми. Будут исполняться песни, в основном от брата Николая, он сочиняет песни, и это его авторские, в основном,
песни. Так что будут вопросы, подходите, можете написать записку, по возможности мы ответим. Мы не хотим, чтобы это был концерт без какого-то одностороннего. Если у вас вопросы, у вас будет возможность задать вопросы, да? И просто это не развлечение. Время, оно такое, сегодня хорошее, завтра оно совсем может обратиться другой стороной. И Бог желает, чтобы вы в любое время могли обратиться к Нему. Он все сделал для того, чтобы вы имели возможность, имели, как дверь открытую для спасения. Эта дверь пока открыта, потом она может закрыться. Вот. Вы много знаете, вам много приезжало и говорило людей, и не раз. Но делать тогда однажды выбор и ответственность брать за свою жизнь, как на себя. Потому что мы сами за себя дадим отчет, что мы сделали в своей жизни. Ни группа людей, ни кто-то за вас будет отвечать, ни мама, ни папа, а каждый будет отвечать, что он сделал с тем, со своей жизнью, все, то, что он слышал, и со всеми возможностями, которые у него были. В Евангелии есть такие места, которые описаны, что человеку предоставлено Господом путь спасения и оправдания. И те, которые возлюбят Господа, примут Его Слово, примут Его правду, получат дар прощения и спасения. И кто не получит, кто отвергнет, те сами на себя навлекут наказание, потому что они отвергли любовь Божию, любовь Христову, то, что Он сделал для нас, то, что Он совершил. В этом и есть та ответственность человека в избрании. Изберите жизнь или изберите смерть. Мы пришли говорить вам о свете жизни, об Иисусе Христе, о пути жизни, о пути спасения. Потому что Иисус Христос пришел не губить наши жизни, а спасать. И Он это доказал, и Он совершил на Голгофе. И во имя Его мы словом или песню, или какими-то другими делами, которые Бог позволяет нам быть, мы благовествуем Его имя, о Нем, потому что Он достоин. Еще скажу такую вещь. Мы ведем запись этого концерта, потому что вы вот одни можете послушать, я это делаю для того, чтобы люди в интернете могли это увидеть и услышать. Вот, поэтому видеосъемка с этой целью. Я начну с песни, которая говорит о последователях, об учениках Иисуса Христа, которых Он посылает по всему миру, которые распространяют Его Евангелие, Его весть. Потому что это Его Слово, это Его путь, это Его спасение. И мы говорим о Нем, и мы говорим Евангелие, которое связано с Его именем. Шаг за шагом, след след, по дорогам земли. Смерть для жизни, кровь, крест, мы идем за Ним. Шаг за шагом, след след, по дорогам земли. Смерть для жизни, кровь, крест, мы идем за Ним. Встань, проснись, и осветит тебя Христос. Пробудись, прими победу Он принес. Наша жизнь, Христос в нас, верою стоим. Ну а смерть, не смерть, мы воскреснем с Ним. Наша жизнь, Христос в нас, верою стоим. Ну а смерть, не смерть, мы воскреснем с Ним. Встань, встань, проснись, проснись, и осветит тебя Христос.
Пробудись, пробудись, прими победу он принес. В мире очень много несправедливости, обмана, лжи, много злости, страданий. И эта песня, которую я хочу спеть, говорит о том, что во многих вещах в этом мире, которые привлекают взор человека, человек пытается найти удовлетворение своей душе, утешение, покой, ну так сказать человеческим языком, счастье. Но попробовав разные пути, он не находит это. Потому что нет ни в ком другом спасения и нет ни в ком другом покоя, как в Господе. Об этом песня. Потому что много уже душ человеческих, которых Бог спас, которые прошли разные пути, которые испробовали очень много в этой жизни. И когда они встретились с Господом, они нашли тот покой, покой душе и ту свободу, которую Господь им дарует. Вот об этом песня. О том обмане, который враг душ человеческих сделал для мира сего через грех. И в оковах, и в плену многие находятся в этом. Но Господь Иисус, победитель, спасает. Сердце как камень, что сделал с вами мастер обмана и пустоты. Страхи и вздохи, что вы одиноки, нету покоя сердцу никак. Лишь только в Боге есть покой, лишь только в Боге утешенье. Ты сердце для Него открой, Его любовь есть исцеление. Лишь только в Боге есть покой, лишь только в Боге утешенье. Ты сердце для Него открой, Его любовь есть исцеление. Пусть будет ваше сердце такое не огрубелым, просто живое. Дома молитвы Иисусу Христу, Господу славы, пойте хвалу. Лишь только в Боге есть покой, лишь только в Боге утешение. Ты сердце для Него открой, Его любовь есть исцеление. Лишь только в Боге есть покой, лишь только в Боге утешение. Ты сердце для Него открой, Его любовь есть исцеление. Лишь только в Боге, лишь только в Боге, лишь только в Боге найдешь ты покой, покой. Лишь только в Боге, лишь только в Боге, лишь только в Боге найдешь ты покой. Покой лишь только в нем, покой лишь.
лишь только в нем. А сейчас я хочу спеть песню про то имя, с которого мы начали сегодняшнюю нашу с вами встречу. Это имя, превыше всякого имени, пред которым преклонится всякое колено. Придет время, пред этим именем преклонится всякое колено, и не будет никакого создания, которое не преклонится пред ним, потому что он Господь Всевышний, великий, сильный, всемогущий. И по сегодняшний день, по его милости, распространяется Евангелие, чтобы каждый человек, кто услышит Евангелие, принял его сердцем и обратился к Господу и получил спасение. Между небом и землей, человеками и Богом, чтобы жизнь была другой, мало быть его пророком. Недостаточно за грех кровь животных всего мира для спасения отдает Бог единственного Сына. Иисус для тебя и меня — это живая река. Нет ей начала и нет ей конца. Вечное имя Иисуса Христа. Имя Иисус для тебя и меня — это живая река. Нет ей начала и нет ей конца. Вечное имя Иисуса Христа. У Голгофского креста смертью смерть побеждена, прощен грех и кровью смыта, преступление забыто. Имя всем дано одно, Сына Божьего вовеки. Бог желает всех спасти, чтобы жили человеки. Имя Иисус для тебя и меня — это живая река. Нет ей начала и нет ей конца. Вечное имя Иисуса Христа. Имя Иисус для тебя и меня — это живая река. Нет ей начала и нет ей конца. Вечное имя Иисуса Христа, Иисуса Христа, вечное имя.